В Югре закрыт пожароопасный сезон. По данным МЧС, в этом году на территории округа произошло 329 возгораний. Огнем было охвачено более 16,5 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом показатели значительно снизились. Напомню, в 2020 году от огня пострадали больше 140 тысяч гектаров леса. Самая напряженная ситуация в период пожароопасного сезона сохранялась в Советском районе. В этом году власти Югры намерены увеличить площадь искусственного лесовосстановления почти до 25 тысяч гектаров. Высадить планируют порядка 100 миллионов саженцев разных древесных пород. На эти цели в рамках национального проекта «Экология» выделили больше 31 миллиона рублей.